Доброе утро, меня зовут Артем Зацепин, я шеф-повар ресторана «Черчилль Холл». Сегодня хочу вам предложить приготовить изящную горячую закуску, которая называется «Стейк-тартар из говядины». И как всегда, мы готовим наши блюда на великолепнейших кухнях «Джулия Новерс» в торговом центре «Магия». И я вас уверяю, все блюда, которые готовятся именно на этой кухне, всегда получаются. Сразу поясню, что это не название блюда, а способ нарезки. Так как тартар может быть и из сырых продуктов, как правило, это говядина, лосось или тунец. В данном случае сегодня мы будем готовить стейк-тартар, который будем готовить из говяжьего фарша. Фарш я приготовил заранее, вы можете его приобрести в супермаркете «Амби». Для приготовления нам потребуется говяжий фарш, репчатый лук, томаты черри, тимьян, розмарин. Лук нарезаем мелкой крошкой. Добавляем туда репчатый лук, немного соуса табаско для остроты, соль и черный перец. Фарш готов. Сейчас я буду формировать котлету. Котлету мы формируем в кольце, чтобы получилась ровная котлета. Обжариваем бифштекс на сковороде. Обжариваем его с двух сторон до появления золотистой корочки. Ну вот, наш с вами бифштекс готов. Сейчас мы его будем доводить до готовности в духовке. Отправляем все в духовой шкаф на 7-9 минут и ждем. Друзья, впереди нас ждут прекрасные новогодние праздники. А я напоминаю, что в сети супермаркетов «Амби» и «Квартал» проходит следующая акция. При покупке от 1000 рублей вы получаете сертификаты на бесплатное посещение 7D кинотеатров. И у вас есть возможность посетить бесплатно новогодний бал. Итак, для сервировки стейк-тартара из говядины нам потребуются обжаренные слайсы цукини. Возьмем 3-4 колечка, нарезаем толщиной 5 мм, обжариваем его на растительном масле с добавлением терияки и добавлю немного розмарина. Обжариваем наш цукини до золотистой корочки. Не забываем добавить соли и немного черного перца. Советую добавлять терияки после того, как мы перевернули цукини на другую сторону. Тартар у нас практически готов. Сейчас мы будем заниматься сервировкой. Добавим немного бальзамика для украшения. Наш стейк уже готов. Я достаю его. Снимаем его на разделочную доску. Берем нож-пилу, если у вас нет дома. Срезаем ножом крышечку. Ничего страшного, если ваш стейк начнет крошиться, так как мы его потом будем мелко нарезать, а шапочкой прикроем сверху. Берете нож, начинаете шинковать, рубить в мелкую массу. Советую дома вам добавить соленого огурца, будет блюдо пикантнее и острее. Вы можете добавить немного бальзамического уксуса, вкус будет немного острее. И еще одну капельку табаско. Перекладываем наш прекраснейший тартар из говядины в форму и начинаем плотно утрамбовывать. Самое главное вытащить, чтобы наш тартар с вами не рассыпался. И укладываем сверху микс-салат. Нам нужно его мелко с вами пощипать. Выкладываем на наш с вами тартар цукини, который будет в качестве дополнения к тартару. Финальный штрих – чипсы из бекона, который мы сделали заранее. Приятного аппетита! Желаю вам удачного дня, хорошего настроения. С вами был шеф-повар ресторана «Черчилль Холл» Артем Зацепин. Для приготовления стейк-тартар вам потребуется 150 граммов говяжьего фарша, соус табаско, 20 граммов бекона, салат, 30 граммов растительного масла для обжарки, соль, перец по вкусу.